Вернул ли он уверенность в себя? Балогол! Марио Балотелли, 83-я минута, 8-й гол в сезоне. И, как кажется, Милан близок к вымученной, но столь важной победе. Безумно важной победе. Невероятно важной победе. Марио Балотелли. Благодаря усилиям, в первую очередь, Петании и Кака, пополняет свой бомбардирский счет впервые за долгое время. И реализует, наконец-то, 11-метровый, если не ошибаюсь, два предыдущих пенальти своих. Бало не реализовал. А ведь до того он в своей карьере ни разу не промазал. Отправляет он привет Зейдорфу.